стало доброй традицией в нашем городе встречи между журналистами и администрацией и по футболу. И вот уже, по-моему, четвертый раз мы встречаемся на хоккейной площадке. Спортивная составляющая этого уходит на второй план. А впереди, конечно же, дружба, встреча старых знакомых, объятия и укрепление здоровья. Пусть победит сильнейший! Ну, для нас это, во-первых, общение, во-первых, открытие каких-то новых сторон соперников. В общем, соперниками их, мы давно уже стали друзьями. Хотя, конечно, спортивный дух присутствует на площадке, и каждый хочет забить. И забить красиво, забить. Когда команда готовилась, особый выбор валенок был специально? Да, специально-то валенки не готовили. У кого была какая возможность приобрести, те и приобретали. Кто-то на резине, кто-то без резины, кто-то покороче, кто-то подлиннее. Ну, хотя, конечно, каждый валенок имеет свою специфику. У меня те валенки, которых я бегал, протерлись. Я сегодня вон у водителя взял новые валенки, поэтому ничего не готовится. Все экспромтом. Что полезного в таких встречах? Ну, здесь первая составляющая, наверное, дружба. Мы живем в одном городе, освещаем одни и те же события. И поэтому вот в этих, наверное, играх она и появляется, взаимопонимание в игре. А когда идет уже дружба, то легче жить в этом городе. Хочу сказать, что основное – это, конечно, встреча друзей, это улыбки. И не важно, кто победил и какой счет. Потому что укрепление здоровья на первом плане. А особенность пока, к сожалению, журналисты никак не могут обыграть администрацию. Встреча носит напряженный характер. В одну, в две шайбы. Но, к сожалению, вот так вышло, что чуть-чуть сильнее оказались работники власти. Ура!